Врачи Сызранской поликлиники уже не впервые выезжают на один из заводов, чтобы сделать прививки сотрудникам. Здесь вакцинировано уже более 60%. В стране такая ситуация, что с коронавирусом много людей болеет. И я решил сделать эту прививку, чтобы обезопасить, во-первых, себя, своих родных, близких и также окружающих. В том, чтобы сотрудники были здоровы и производство продолжало работать, заинтересованы все предприятия Самарской области. Чтобы дать возможность сотрудникам привиться на рабочем месте, руководство предприятия обращается к медикам. Врачи идут навстречу и не отказывают никому. Прививаем гамма-ковид-вак. Очень все происходит организованно. Нам предоставляют кабинет. И, значит, мы уже через 3 недели приедем сюда повторно. Для комфорта наших сотрудников это быстро, они могут своевременно во время смены, некоторые остаются после смены, мобильно, быстро, оперативно. Почему мы призываем всех наших сотрудников вакцинироваться? Для того, чтобы это был рабочий бизнес, это были рабочие места, это была экономика страны в том числе. Перед процедурой желающие сделать вакцину заполняют согласие и анкету о состоянии здоровья, после чего врач-терапевт измеряет температуру, сатурацию, давление, проводит осмотр и при отсутствии противопоказаний дает допуск к вакцинации. После прививки пациенту выдается справка с датой проведения, а также наименованием серии и номером вакцины. После прививки напоминают о защитных мерах, которые не потеряли актуальности, масках и дистанции. Пока формируется иммунитет, нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью. Мария Илчан, события.